Всем привет, друзья! Это канал Туманов Play. С вами я, Владимир, и мы играем в Uncharted 2 среди воров, ребята, называется эта игра. Глава крайние меры, мы идем, мы принимаем какие-то крайние меры. Хлоя со мной, и Хлоя идем за мной быстро. Быстро, в общем, нам надо... Мы продолжаем лазить по городу. И идем, сюжет... Очень интересный, поэтому проходим игру. Совсем плохи. Хлоя, берегись, главное, ты со мной и ничего с тобой не будет, понятно тебе? Вот и так вот, понятно, да? Ну и все, идем. Их слишком много. Да? Я думаю, лучше подобраться с другой стороны. Лучше обойти этих ребят. Конечно, нафиг ввязываться-то, надо идти другой стороной. Так точно. Думаю, зайти с той стороны и дать им прикурить. А с ним что прикажешь делать? Это твоя забота, милый. Разберись с этим парнем. Только без шума. Без шума? Да. Может, не стоит? Поиграем в войну? Ты что, рехнулась? И как я это должен сделать, блин, бесшумно? Они же меня впалят сразу. Как это бесшумно сделать, а? Не, я могу, конечно, попытаться как-нибудь. Но он сюда смотрит. Этих точно не вынести так. Во-во-во, вот с этим получится. Получилось. Так, давай теперь здесь. Пока. Получилось. А, ну они, короче, они шухернули все-таки. Хлоя, не получилось, тихо. Ха, давай. Ну, у нас... У меня есть граната, я могу, в принципе, швырнуть туда им. Ну и пока они тупят, можно пострелять их. Осторожно. Хлоя, нифига себе, она какая жесткая, а сразу пошла в атаку. Надо ее прикрывать. Потому что она прям вообще на рожон лезет. Эй, чувак, иди сюда. Блин, сколько вас тут много, а? Ладно, все получается нормально. Все получается, окей. Нормально отлетел. О, щитом идет, аккуратно. Хлоя, держись. И все будет зашибись. Иди. А, он за коробку залез. Все, гранаты закончились, больше ничем не могу помочь. Ну, единственное, могу, конечно, поближе подойти. А, вот граната была, кстати. Вот сейчас давай ему швырнем. Потому что как раз он к нам уже подходит. Не-не-не, какой-то он дерзкий вообще. А, он меня щитом бьет. Капец, двух ударов все положил. Не все по новой, да? Что-то я как-то спрятался тухленько. Ну давай быстрей. Этот готов. Все по-тихому получилось. А вот сейчас давай-ка стрельнем, а? Блин, я думал, гранатомет взял его. Однако нет. Однако был не гранатомет. Это был калаш. А вот он. Все, вот здесь надо... О, надо будет, когда этот щитом пойдет, надо будет стрельнуть. Пока пусть здесь лежит. А, вон он идет уже. Все, берем.
Готов? Сейчас он отлетит, смотри. Все, отлетай. О, блин, мимо, прикинь, промазал. Вот так получилось, отлично, все, давай теперь берем калаш обратно. Где калашечек мой? Ну, здорово. Подожди. А куда я его... А, вот он лежит. Эй, чувак! А, слушай, баллоном можно. Баллоном, только надо швырнуть его. Так, что-то пошло не так, ребята. Ребята, надо аккуратно. А то эти черти прорываются, надо их по одному потихонечку выстреливать. А, ну у меня, кстати, теперь гранат же дофига осталось, да? Я же в этот раз не кидал. Ну на тебе, держи, дружище, лови, братан. Все как ты любишь. О, еще один такой идет. Слушай, ну тут точно надо гранату ему. Вот так. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Четко. Четко получилось. Слушай, а он щит-то взял, наверное, да? И теперь я пойду со щитом. А со щитом прикольно, кстати. Но лучше, наверное, гранатами закидывать. Па-бам! Стунч! А че он даже нифига с ним? Ой, патроны закончились. Так, бросай щит. Бери что-нибудь уже поинтереснее. Эй, чувачок! Чувачок, мы с тобой еще разберемся. Что-то они никогда не заканчиваются. Сколько их там, а? Да ну ты че, блин, а? Какой ты живучий, а? Все, повезло. Хлоя молодец, потому что. Пацаны, гранату ждали, нет? А вот она к вам пришла. А я к вам сейчас залезу, между прочим. О, не залезу, что-то их тут много. Одного сбил. Второго тоже сбил. Совет. О, что-то кто-то приехал там. Черт, а? Надвалить, мне кажется. Че взял? Гранату взял, что ли? Хлоя, ты что-то вообще бегаешь там одна такая бесстрашная. Как же моя поддержка? Че ты вот... Вон он. И давай еще патронов заберем. Патрончики нам нужны. Ай, вон их сколько опять. Слышь, чувачок. Это не взрывается что-то? Нет, не взрывается. Да иди ты нафиг, а. Прибежал сюда. Мы тут с пацаном разговариваем. Ты не лезь, короче говоря. А ты вообще получи там, блин. Берегись, бабамс. Так, чё, кто, сколько вас тут осталось-то? Чуть-чуть уже, по-моему. Сколько солдат он нанял? А, чё-то показывают не... А, меня сейчас расстреляют здесь. Помогите, помогите. Бежим быстрее. Хлоя, надо свалить отсюда, быстрей. Я вот здесь спрячусь. Ты пока там разберись с ними, а я вот с этими разберусь. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то страшновато здесь получается. О, ну давай ближе, подходи. Бам-ста-дам-стан-стан, все. Отлетел. Эй, ты чё, самый такой смелый и дерзкий, что ли? Ну-ка. Давай дальше будем мы проходить. Гранаты соберем. Эй, кто здесь еще? Ну только вылези, и все, и тебе будет хана. Ой, сколько гранат надавали. Это хорошо, хорошо. Давай. Кто? Вот ты, что ли, спрятался здесь? Ах ты, чувачок, на. Ой, с пулемета лупит, аккуратно. А вот ему можно, кстати, гранатку закинуть туда. Та-данс! Ну-ка, долетит, нет? А чё, волной взрывной его нифига не взяло, что ли? Будем так прошивать тогда, я не знаю, как-то попасть надо. Чё, в щелку не попаду? Придется бежать. Ой, чё-то я не бегу, а, короче, присел просто. Так, ладно, я вот сюда спрячусь. Слушай, я ему отсюда сейчас гранату закину, а? Хлоя, ты осторожно там, ты чё прям к нему лезешь-то? Я ему сейчас в кузов туда швырну. Смотри. Получай! Получай!
Вот и все, вот и весь разговор. Что там надо было-то всего гранатку швырнуть ему. Так, да, еще где-то патроны. Вот гостиница. Надо придумать, как влезть на крышу. Гостиница. Залезем сейчас на крышу. Где эта гостиница? А, так я мог отсюда прийти к нему. Я тут пытаюсь, стреляю в него. Посмотри, тут пожарная лестница. Где? Вот здесь, что ли, на крышу лезть? Не жестко ли? Придумано. Ну давай, надо обойти, наверное, с другой стороны, может. А, здесь жарко. Здесь жарко. Нельзя туда ходить. Ну куда идти-то, я не пойму. Как забраться? На столб? Нет. Куда прыгнуть? Ну-ка, где великие подсказки? Подожди, вот вход. Не, не вход. Наверное, здесь... А где Хлоя, кстати, вообще? Хлоя нам подскажет, где вход. И куда лезть. А? Не, ну туда вот куда-то показали, но я что-то не вижу, чтобы тут можно было залезть как-то. А как? Блин, это несерьезно. А, вот же она стоит, ё-моё, вот гостиница, вот наверх, все же и так понятно, что тупить-то. Давай, залезай давай. Отлично. Ну что? Не, она молодец, она хорошо лазит всегда. Давай, только лестницу мне спусти, не забудь, а то я здесь останусь. Залезай. Конечно, залезу, давай быстрее, только беги, беги, чешками шевели. В гостиницу погнали. Ладно. Свободен. Путь свободен. Другой вход. Отсюда нет. В смысле? Куда? А чё, куда надо-то? Опять прыгать мне куда-то надо, да? Ну-ка, если на столб. Нет. Да, капец, опять начинается. Очень хитроумно, да. Нет. Опять я где-то лазю, как всегда. И чё? А, ну вот раскачаю сейчас туда на крышу. Я все в отеле уже. Заходи, Хлоя, я тебе сейчас дверь открою. Все, можешь заходить. Есть, готово. Пистолет мне дали еще зачем-то тут, не знаю, готовят, наверное, к чему-то меня. О, нифига себе, ты бронированный. Вот это себе на, себе на. Вот это черт. Помогите, он злой, помогите. Злой, осторожно, не выходи. Есть, повалили, прикинь. Не такой уж он крепкий, понимаешь, что? Все-таки мы справились с ним, и причем быстро, быстро справились. Подожди меня. Подожди, нажимай кнопочку, поехали. О, приехали, приехали мы с Хлоей, все. Да, мало приятно. Попали в генератор. Помоги. Че, в лифте не хватало застрять? Ай, блин. Нэй, давай! Но. Не пойдет. Придется включить его, чтобы открыть. Подождем. О, теперь я полез в генератор, короче, включать. Ну, это традиционно все, традиционно. Поехали. Все коротнуло, все побежал опять. Что же выключатель на верхнем этаже? Резервный источник там искать. Подожди, я сейчас. Давай, жди меня, я вернусь. И здесь, как обычно, миллион еще этих самых солдат придет сейчас. Я не удивлюсь, если за углом окажется зомби. Какие зомби? Ты что, гонишь, что ли? Бери это. Ну давай с берет и постреляем хоть. Не, ну у меня калашчик есть, так что все окей. Куда? Куда вы удалились? Так, ну здесь, наверное, хотят, чтобы я с балкона куда-нибудь прыганул. Оп, и к гусям туда. Не к гусям, а к этим, к голубям. Ой, ё-моё, как всегда, блин, начинается. Без этого никак, по-любому где-нибудь отвалится что-нибудь, да сломается. Да упадет как что-нибудь на меня, да? Так-то тут красиво, видок нормальный, но, блин. Что-то тут... А, здесь надо стрельнуть.
Подожди, подожди, сейчас стрельнем. Граната, кто? Я что ли кинул гранату? Я не кидал гранату, а кто там? Эй, подходи, кто там? Или это я швырнул? Ладно, сейчас узнаем. Ну? Наверное, я нажал все-таки. Никого нету. Ну, не будем расслаблять булки, так сказать. Поэтому идем потихонечку, осторожно осматриваясь. Куда опять? Куда опять меня хотят, чтобы я прыгнул? Блин, ну это же далеко там. Опа! А, вон, тьфу ты, а я собрался перепрыгивать это все дело. Тут все проще. Сейчас отломится ветка, палка. А, вон они. Ну, давай, 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 залезай. Сейчас по-тихому его шлепнем. Где он там? Ой, по-тихому не получилось. И кто-то к нам, кто-то еще стрельнул по нам, по-моему, да? Или это он стрельнул? Нет, это был он. Так, ладно, спокуха, братва. Я здесь вообще по своим делам, поэтому меня не трогаем. О, кто? О, нифига себе, помогите! Блин, капец. Да ты что, дурак, что ли? Нет, это плохо. Увернуться и сделать вот так. Но он сейчас там другой стрельник, блин. Помогите убежать. А, отойди. Тот какой-то жесткий, кстати. Вот тот чувак жесткий, реально. Все, что ли? Ну и я-то... А, вот этот злой. Вот этот злой. Вот с дробовичка меня шарахнул хорошенечко. Ну ничего, все, расправился, идем дальше. Кстати, сокровища что-то давно не попадались. Блин, столько сокровищ было. А здесь что-то... Ооо! Вот тебе повезло, да, со мной? Что я такой добрый, да? Долго тебя мучить не буду. А, пошел нафиг, а. Где ты там? Получите, распишитесь. Кто еще? Кто еще нарывается, ребята? С кем поговорить? С тобой, что ли? О, с дробовиком. Смотри, что. Что, если дробовик взял самый крутой, что ли? Да, блин, сколько патронов-то на тебя можно... А, вот так надо сделать всего лишь, не? Не помогло. Ладно, ладно, пускай будет так. Все получилось, только патронов куча я на них потратил. Вау, как красиво, как это зрелищно, ребята, смотрите, вообще супер. Разрабы вообще молодцы, смотри, как все почти детально так все проработано. Классно, мне нравится видосик такой. Пойдем дальше, только я не знаю куда. Только я не знаю куда, будем искать. Так, что, отсюда я зашел, на балкон вышел. Ну неужели хотят, чтобы я с балкона спрыгнул? Ну нет, конечно. Пойдем здесь по крышам. Чемодан чей-то, ребята, кто-то... О, это оно и сокровище. Только я про него проговорил, прикинь. Вот это да. Второе, кстати, всего сокровище. Расписной сосуд для нюхательного табака. Ничего себе. Возьмем, вдруг пригодится. Я думаю, что надо на то здание. Ну, либо сюда куда-то. Ну, здесь... Маловероятно, конечно, блин. А, стоп. Да куда ты, ё-моё, блин, не туда. Давай хотя бы с балкона начнем. Короче, вообще далеко начали. Да? Или нет, или все нормально? А, все нормуль. Вот куда надо было, оказывается. А я не в ту сторону пошел. А, иди нафиг. Отвалите, ребята, вы меня уже задолбали здесь. Потанцевали и все, и хватит. Идем вперед. УЗИшечку возьмем вместо пистолета, пускай что, будет. Там забыл про меня? А, у нас же Хлоя еще здесь где-то. Хлоя, сейчас я приду за тобой. Ты давай не переживай, все будет хорошо. Так. Ну, надо это дело обойти, наверное, куда еще, куда? Ну, сюда, здесь, а, вот он, генератор-то этот, надо нажать, что-то включить, быстрей. Включить надо, срочно, ребята, включаем. Все заработало.
Заработала. И куда мне теперь? Обратно, что ли, идти? А? А есть другой какой-то выход? А мне кажется, сейчас уже Хлоя здесь где-то выйдет. Она на лифте же едет. Точно, я забыл. Вот она приехала. И что дальше-то? Куда нам с ней идти? Ну? Поехали. А, вон что. Мы на самую крышу лезем. Меня не забудь только с собой, понятно? Все, вот так, да. И я полезу на лестницу. Все, здесь еще выше, красивее, смотри, как классно. Вау, погнали, искупаемся. Че мы здесь, зря пришли, что ли? Давай, заныривай. Ой, посмотри. Эй, посмотри, Марко. Серьезно? Давай. Нет. Марко. Пола. Марко Пола. Рыбка из воды. Ты просто как ребенок. Ну а ты думала, нифига себе такой бассейн мне попался тут. Ладно, погнали, что-нибудь осмотримся здесь. По-любому что-нибудь есть. Марко Поло, Марко Поло. И что, и все? Больше ничего не дают? Надо что-то поискать еще. Так, сюда. О, нифига себе, я выход нашел. Видела, когда? И опять надо лезть. А ну, у Дрейка другая судьба не может быть. Это только лазить где-нибудь и все. И чё? Как Человек-паук прыганул он на то здание сейчас, да? Как-то страшновато тут лазить-то, ребята. А Хлоя здесь стоит, она смотри. А, вот, наверх же надо. Вон, кирпичи горят. Кирпичи светятся в ночи. Эй, Хлоя, давай за мной. Тут смотри, солнечные батареи. Мы сейчас электричество тут добудем. И чего? И чего ты предлагаешь? А, все ясно. Это вот сюда надо, наверное, цепануться за эту веревку и погнали на другое здание. Вот мы и на месте. Осталось найти тот самый храм. Легче сказать, чем сделать. Да, ты права. Может, мы... О, вот он. Вон, смотри. Вот этот? Тот, что в клубах пыли и пороховом дыму. Ну, а как... Нейт, там-то Лазаревич и засел. Туда нам надо, а что делать-то? Ну, выбора нет, так? По-любому только туда. В восьмом квадрате. А, черт. Может, это девятый? Прочесать город, найти тройка и... Чё, нам вертолетов здесь не хватало, ребята? Вообще, блин, заваруха началась. Ты черт. Все, уходим. Пора идти. Давай, давай, вот я про что и говорил, что надо по этой веревке ехать. Пистолет чуть не стер. Ну давай, давай, здесь Ну как, перепрыгать надо? Да я шучу, вот здесь проползем, смотри. У меня есть опыт уже в этих делах, так что ты не бойся. О, блин, высоко вообще. Вертушка, нифига себе. Как не вовремя, блин. Давай быстрее, спасай меня, ты чё, блин? Чуть не упал. Побежали, побежали, давай, 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 давай. Бегом, 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 бегом. А, помогите, стреляют, ребята. Чё происходит? Я зацепился. Так, давай, давай, наверх подтягивайся. Ещё, ещё, ещё. Прыгай. Вау, как так-то, а? А ты откуда взялся-то, блин? Мне тебя ещё тут не хватало. Ох, сколько их тут много-то, а? Капец, Хлоя, помогай! Помогай, пока я с ним расправлюсь. Тут еще прибежали там. О, лупит, лупит, лупит сильно. А как нам, нам до вертушку, наверное, снять эту? Где он там? Что, струсил? Получится, нет ему двигателя.
Еще один прибежал. Так, сейчас мы раз... Ах ты! Давай, все нормально будет. Куда, куда, куда? Дальше прыгаем. Побежали, Хлоя, нам надо валить отсюда, быстро. Я думаю, что вниз вон туда. Сюда, быстрей. Где? О! Еще и Хлою потеряли где-то она там. Да вставай, давай, 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 вставай. Лучше некуда. Так, дальше что? Побежали, он лупит будет. А, нифига себе, эти еще тут попадаются. Очень плохо. Очень-очень плохо, жизни мало. Все. Давай, не будем торопиться, надо, короче, туда им закинуть гранатку. На. Ну, давай. Пойдет. Этот с дробашом еще там, надо осторожно с ним. Вон вертолет летает за окном. Ребята, за окном прям. Вот уже нет окна, короче. Просто одна большая дырка осталась. Ну ладно, вот этого одного уберем и все. И нам есть куда бежать дальше там. Ниже, ниже пойдем. Бамс. Так, патроны, патроны, быстро. Еще что ли тут толпа? Да что такое-то, а? Нормально, видели как, да? Рукопашный бой-то у меня тоже хорошо идет. Хлоя, быстрее сюда. Давай, нам чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, там мы сейчас пройдем обязательно. Лифт. Нет, нет, нет. Не, не на лифте? Давай хорошо. Тогда не на лифте. Побежали вниз, падаем тогда. Опять их много здесь, а? Заколебали. Так, минус два сразу. И это... Ой, помогите, что такое произошло? Все, взорвался я. Откуда? Во, как раз отсюда, да? Ладно, давай, буду за столбами прятаться. Там или граната прилетела, или что, или стрельнул вертолет этот. Короче, как-то получилось неправильно. Во, во, вот сейчас нормально, все. Вон он опять проломил. Что надо... Что теперь делать-то будем? Плохо надо куда-то дело. Идти. Вот плохо дело, и патронов мало уже остается. Да что такое? Заколебал, и эти еще идут. Рушится, рушится. Помогите, все падает. Падает здание, рушится. А куда бежать-то? За что цепляться-то? Все. Прыгай! Прыгай! Вот это мы прыганули, нифига себе, я там не увидел, правда. Куда? В другое здание, походу. Повезло, повезло называется. Ну, мы почти на месте. Вот так, нифига себе, блин, развлекуха. Вон, мы там в том здании бегали только что. Ой, ну пошли дальше. Ладно, хоть у калаша маленечко сюда, патронов быстро. Осталось. Быстрее, быстрее, Хлоя, все, продолжаем дальше наше движение. Вряд ли у них сейчас высокий сезон, да? Смешно. Пошли. Все будет нормуль, не переживай. Все, пошли. Быстро, быстро. Быстро! Та-та-ра-та-та. А уже, кстати, здесь вообще, смотри, тишина стала, никого не бегает, никто вообще. Все. Здесь только все лишь прыгай куда-нибудь вот так нормально. Мы почти добрались. О, гранаты собираю еще по пути. Кто опять? Нет, я все-таки недооценил их. Смотри, сколько их опять налетело. Тут 4 человека сразу. Эй, куда вы там? Все, вот теперь можно идти, смотри. А, патроны закончились. Давай вот эту пушку возьму. Вот так будет хорошо. Где-то, где-то еще что-то лежит. Вот. Мост. Класс. Мост надо, быстрее, помогай. Конечно, а как иначе-то? Специально построено все тут. Побежали быстрее. Заваруха-то продолжается у нас вообще тут. О, вот это! Смотри, какая-то пушка вообще, гранатомет. Три патрона всего. Давай, возьмем с собой, получится, я думаю, сейчас весело. Кто? Вот кто? Только покажись. Только покажись, ребята. Стрельну, мало не покажется. Где он? Да где, не вижу, блин, он снизу. А, он снизу, походу, да? Снизу. А, вот, ребят, лови. Вот, четенько, на. Все хорошо получается. Вот теперь хорошие патрончики тут. Правда, один патрон всего остался. Во, еще. А, куда, куда, куда? Залезь, 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 Дрейк, ты че? А он не сдается. Блин, вот надо было в него гранатомета.
Да блин, попади ты, чё ты попасть не можешь, что ли? Вот так. Давай еще разок. Мимо. Блин, последний патрон. Ну чё, попаду, нет? Да хорош ты чё? Кривой вообще, блин. Дайте патронов еще таких. Не, так-то четко было, нормально прям. О, патрончики взял у него. И этот слетел отсюда, уходи нафиг. Есть, есть, есть. А, ну, о, видал, нам этих теперь патронов дают чуть ли не до жопы, короче говоря. На, мимо. Да на как тебе попасть-то, а? Есть, я ему куда-то все-таки зарядил там. Да что ты крутишься-то, а? Попал. Еще чуть-чуть осталось. А, отвалите, блин. Этот стреляет еще по мне. Да иди нафиг. Давай в рукопашную пошли. Что там с патронами? Дайте патронов таких еще. Вот они, патрончики-то эти. Есть, давай иди сюда, где ты? Ну где ты там, чувачок? Попал. Попал, четенько, еще разочек, давай. Еее, наконец-то, блин. Падает. Хлоя, я тебе обещал, что я тебя спасу, что все будет нормально, да? Ты мне не верила, блин. Вот так, верить надо людям, верить. Куда идти теперь? А, еще мост, давай, мост, быстрей. Вот, побежали, все будет отлично. С самолетом, то есть вертолетом расправились. Идем дальше. Пора уже поменять на калаш. Опачки. Видела, как прыгать надо? Вот давай за мной так же прыгай. Я тебя научу, блин, по этим домам прыгать. Кстати, револьвер. Можно было револьвер взять. Давай револьвер возьмем. Мне нравится с него стрелять. Нифига ты шустрая. Еще быстрее меня бегаешь. Эй, трос, вот как мы спустимся. Давай, давай. Ладно, ладно. А, нифига себе, как обычно что-нибудь происходит. Да больно же, блин, вы что, дурачки, что ли? Нормально? Да как тебе сказать, нормально, вообще ненормально так-то. Так, шлепнуться сверху, блин, кто там, кто, кстати, ладно. Трос, или он сам порвался, а? Теперь мне как-то залезть надо. Давай, Дрейк, все будет хорошо. Ну, давай еще выше подтягивайся. И сюда, по этой трубе, налево пошел. О, куда? А, ну, что-то типа правильно, да? Что-то типа правильно, но неправильно. Не, не туда. Или туда. Прикинь, туда. Давай аккуратненько, надо вот, но, с этим разобраться. Что не надо-то? А, Лена? Ты что здесь делаешь? Елена. Жен, стой! Ты что, знаешь его? Да. Это Дрейк. Ленка-то что здесь делает? Ленка из первой части. Ё-моё, мы всю часть, ну, с ней бегали там. И какими ты здесь судьбами? Можете, наверное, кстати, посмотреть пару храмов? Или, может, те части, когда мы с Леной бегали, сокровища искали. А ты тут, конечно, с благими намерениями. Вообще-то, мы идем по следу военного преступника. Зоран Лазаревич, слыхал о нем? Слыхал. Пусть НАТО его ищет. Они думают, он мертв. Убит в ходе налета. А ты решила открыть им глаза? Знаешь что? Он же просто изверг, Нейт. Он же пытал и казнил многих невинных людей.
А теперь он задумал что-то еще, но... Но почему же здесь? Что он может здесь искать? Что-то тут нечисто. Ну, нет. Как? Скажи мне, что не имеешь к этому отношения. Не смеши меня. Вот ты где, Нейт. Вроде ушла. Чтобы Дрейк не имел отношения к этому. Это журналисты. Это Ленка, познакомься с Ленкой. Нам надо торопиться, если мы хотим успеть. А это Хлоя, моя новая девушка. О, черт, Нейт. Эй, стоп, стоп, не торопись с выводами. Да, нечего торопиться. Простите, вроде тут пахнет историей. О, Елена Фишер, прошлогодняя модель. Прошлогодняя модель. Нет, нет. Очень рад, что тебе весело. Сейчас девочки обидятся друг на друга, да? Рафинированный кисейный барыш. Она гораздо круче, чем ты думаешь, Хлоя. О. Что еще? Что еще тебе надо? Она разбила тебе сердце. Ну, хватит. Блин, сейчас началась вот эта история, там какие-то любовные. Казанова. Казанова, да. Нам пора идти. Стой. Они пойдут с нами. Давай потом разберемся с этими историями уже. Я серьезно, я не могу бросить их посреди всего этого. Они будут нас задерживать. А если... Если Лазаревич поймает нас обоих... Я их не брошу. Хватит, черт подери, строить из себя героя. Нейт, танцуй с тем, с кем пришел на вечеринку. Но это мои друзья, так-то ты чё? Но они идут с нами. Ну, вообще. Нас не надо спасать, Нейт. Спасибо. Ты в этом уверена? Черт. Марш. Бегом все, вы чё? Опять вертушка прилетела. Сейчас придется мне вас троих теперь спасать. Все, ребята, в следующей серии увидимся. Они пойдут с нами. Всем удачи, всем пока. Поставьте лайк этому видосику и поиграем дальше. Я на это не напрашивался.